Так, коллеги, сейчас небольшой торжественный момент. Дорогие друзья, подходит к завершению первый день нашего литературного семинара. Хочется поблагодарить всех экспертов, которые приняли сегодня активное участие в обсуждении работ. Я уверена, что те советы, которые сегодня услышали молодые авторы, они примут для себя, сделают какие-то выводы, над чем еще поработать, что у них получается, что им, к чему дальше стремиться. И, конечно, самое приятное для финалистов – это дипломы и сборники с их публикациями. Поэтому я приглашаю сюда Тюлева Евгения, диплом финалиста 7-го литературного семинара молодых авторов и номинации «Поэзия». Немножко задерживайте, чтобы вас успели. Но еще важно сделать вообще фото. Очень важно. Диплом финалиста 7-го литературного семинара молодых авторов в номинации «Поэзия» вручается Горбовой Ольге Леонидовне. Терапевская Марина Викторовна, диплом финалиста 7-го литературного семинара молодых авторов номинации «Поэзия». Всем успехов и новых произведений!